кстати, собакам очень полезно вот ходить как по гравийным дорожкам, так вот по таким лесным. Особенно если у вас щенок, у которого такой, как вот такие-то, например, у них крупный костяк, тяжелые такие собачки, суставы нужно беречь, то в период роста щенка, в период его взросления, такие вот тропинки, это супер. Стараться асфальта как раз нужно избегать. Молли, иди сюда там, девчонки маленькие, подожди, умничка моя. Подожди меня. Ой, моя хорошая девочка. Мишка с плавания пришел. О, банда. Идиллия у нас тут. Бакс моется. Я ему когти подстригла, а то у него такие уже длинные. Что, нравится вам вдвоем лежать, да? Молли сразу косточку свою. И мои халювасы. Ну, вот так вам, отлично. И Акита, и Мейкун уживаются. Молли запрещено гавкать. Девчонки там на террасе играют. Молли стоит, рычит. Ну что там, там девчонки, что ли? Ну иди покажи, покажи, где девочки. Идем, я тебе окошко открою. А солнышко днем в тепле. О, девчонки что-то там делают. Ну, иди посмотри. Молли всегда очень переживает и пристально следит за Софией. Она младшая в семье, и у Молли вот такая какая-то картинка в голове, что это непосредственная ее задача оберегать и охранять. Такая пушистая нянька.